1912 год. Справочная книга для туристов. Южный берег Крыма. На откосе скалы красуется розовое здание «Ласточкино гнездо». Это необитаемая дача, которую ездят осматривать ради ее висячего положения на скале. Нашему имениннику «Ласточкиному гнезду». Так, пожалуйста, Лариса Николаевна, вам предоставляется, спускайся вниз, справа, аккуратно, он гелевый. А у нас в руках находятся вот такие небольшие ручные фонтаны. Давайте зажжем их как символ нашей любви.
с вами аплодисменты! Я думаю, он полетит высоко и далеко. Ну а мы, друзья мои, приглашаем всех на наш праздничный фуршет. Спасибо! Наши надежды светятся! И будут светиться еще долго. Лариса Николаевна, как хозяйка, приглашайте всех к фуршету.